Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет, с вами снова говорящая чихуахуа Софи из Таиланда. Меня часто просят рассказать и показать что-нибудь из жизни. Вот я и решила совместить приятное с полезным и рассказать про ветеринарный институт в пригороде Хуахина, в котором я была не так давно. А почему меня не свозили? Эйвен, потому что ты совсем недавно проверялся уже. А, понятно. Итак, решили мои двуногие свозить меня на ежегодное обследование к ветеринару. В Таиланде в Хуахине есть ветклиники разные, как и в России, но мы решили поехать в госпиталь при ветеринарном институте. Все говорят, что Таиланд отсталая страна, так вот это не так, и сегодня вы в этом убедитесь. Поехать мы решили не на байке, как обычно, а на традиционном тайском транспорте под названием тук-тук. А, ветерка, конечно, не меньше, чем на байке. Мам, ну отпусти меня, не видишь, я влог снимаю. Вот это лепота. Вот так мы едем на тук-туке. О, сколько всего интересного вокруг. Рано совсем еще. Ладно, про поездки на разном транспорте расскажу потом, а то видео будет длинное. Вот мы въезжаем на огромные территории университета. Справа у нас пальмы и идеальный газон, слева пальмы и озера. Ну что ж, пройдемся немного по территории, потому что обойти ее всю просто нереально. Это подъезд к центральному входу. Вокруг все прибрано, очень ухожено. Никакого мусора вам, страшных заборок или построек. Видите, порядок поддерживается постоянно. Вот такая вокруг красота. Да. Хоть живи в этом госпитале. О, какая пальма. Сфоткайте меня с ней. Ну, погуляем еще немножечко. Перед входом можно побегать по газончику. Ну что ж. Ладно, пойдемте уже внутрь. По пути посмотрим на озерки, на то, как поливают пальмочки. Ну вот, мы у входа. Идем внутрь. Внутрь, конечно, это понятие очень условное. Само здание разбито на части, закрытые с кондиционерами и открытые с природными площадками под туалет и местами для отдыха. Даже внутри видно, что тайцы площадей не жалели для своих пушистых друзей и их двуногих. И это маленький макет всей территории ветеринарного учебного госпиталя при университете Касицар. А это портрет тайского короля Пхумипона Адульябета с его собачками. Его фото можно найти в любом месте Таиланда, даже в кафе и магазинах. Тайцы очень любят его и почитают, и считают его своим вторым папой. Вот еще одна туалетная площадка. Кстати, нигде на территории нет никаких неприятных запахов вообще. Ни на туалетных площадках для собак, ни в кабинетах, ни в туалетах для людей, нигде. Первым делом нужно прийти в регистрацию и показать свою карточку, чтобы тебе назначили прием. Пластиковая карта выдается каждой собачке, на ней хранится вся информация. Правда, личное фото не делают, а просто ставят фотку твоей породы. Эй, большой, смотри, это же чихуа Софи! Ого! Несмотря на то, что пациентов довольно много, очередей никаких и ожидания длится максимум 5-10 минут. Любой прием начинается с измерения температуры и взвешивания, а потом мы идем к милому и стильному доктору, и он делает полный осмотр. О том, как обычный осмотр может предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, смотрите видео про мою операцию. После анализов и осмотра я решила прогуляться по госпиталю. И снова площадки для прогулок, доктор объясняет что-то своим пациентам, выдает таблетки. Это отделение скорой. А в таких вот клетках возят больших собачек на операции. Там дальше операционные кабинеты, рентгенные и другие. Вот какие огромные территории. В России, мне кажется, редко встретишь такое обслуживание в государственной ветеринарной клинике. Так, теперь можно сходить в туалетик. Как приятно, чисто вокруг, не пахнет, травка. Это комната ожидания, коридоры. Везде работают кондиционеры. Туалеты для двуногих и бесплатная вода на каждом шагу. Гуляем, гуляем. Вот пришли к банку крови. Там хранится кровь для переливания в случае серьезных ситуаций. Офигеть, чего тут только нет. Такие большие площади, что на один квадратный метр, наверное, и пол двуногого-то не найдется. Ой, а пошлите в кэш-шоп сходим, а? Ну, на минуточку заглянем. Кстати, все в Таиланде влюбляются в нас с Эйвеном с первого взгляда, хотя тут много чихуахуа. Мало того, что мы такие милые, но их еще поражает наш окрас. О, Лили, смотри, это же Софи. Ух ты. Привет, девчонки. А вот и пэт-шоп. Открыточки от университета на память. Бесплатный корм на пробу. Магазинчик небольшой, самое необходимое. Консервы, корма, вкусняшки, ошейники, поводки, средства для чистки зубов, шампуни, пудры, средства от клещей и блох и всякой ерунды, гель от запаха изо рта. Чё мне эти банки? Платьица-то не купили. Вы тоже меня понимаете, да? Ладно, пошлите. А тут кафе Чика Дора, где можно подождать собачку во время операции. Или свои анализы, или просто кофе выпить. Тут всякие информативные картинки про собак. Мы вот выяснили, что мне сейчас 28 лет, а Эйвену целых 31.
Что-то старые мы какие-то. Ух ты! Эй, Софи, привет! Привет! После туалета и кафе пойдем в аптеку и кассу. Они расположены в одном месте. Это Чихуа Софи? Ух ты! Всем друзьям расскажу! Привет! Это аптека и касса в одном месте. Тут ничего не покупают просто так. Врач сам приносит рецепт в аптеку и себе набирают нужные лекарства, складывают их по специальным пакетикам и пишут, что, когда и как давать. А потом в кассе оплата всех процедур и лекарств одновременно. Обслуживание в Таиланде не очень дорогое, а для таких условий, можно сказать, дешевое. Ну вот и все, поехали домой. Вот такой вот учебный ветеринарный госпиталь при университете Кассисат. И скажите потом, что Таиланд отсталая страна. В этом смысле нам до них расти и расти. В следующем выпуске смотрите видео про мою операцию в этом университете. С вами была говорящая Чихуахуа Софи из Таиланда. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока!